Приветствую вас, уважаемые пользователи! С вами снова Genium, и у нас очередная попытка пройти эту безумную страшную игру, которая мучает меня уже последний месяц. Как вы поняли, эта игрушка спеланки. В прошлый раз нам все-таки удалось дойти до Ольмика, причем мы это сделали довольно просто, по короткому пути, сразу через катакомбы. Поэтому сейчас мы начинаем тяжелое прохождение. Это прохождение с темным рынком. Возможно, даже дойдем до ада. Ну, по крайней мере, мы попытаемся это сделать. Не уверен, что, конечно, это получится. Ну, по крайней мере, пару-тройку серий-то, наверное, точно не получится. Ну что ж, начнем. Если у нас не будет проходить сложное прохождение, то мы просто-напросто побежим до Ольмика и попытаемся его просто убить. Да, не будем заморачиваться там за всевозможные... Оп-оп-оп-оп-оп, сложные прохождения. Будем просто бегать. Так, коробочка. Коробка. Две коробки. Вот так. Конечно, сейчас бабахнет все. Бэнг-бэнг. Так, кинули камушек. Спрыгнули. Оп, бомбочки. Бомбочки, это хорошо. Сегодня мы играем новым героем. Его мы открыли вчера. Ну, не вчера, а при прошлом прохождении. Тинь-тинь-тинь. Такой интересный зулус. С головой леопарда. Так. Вот это очень опасно, слушайте. У-ху-ху. Так, выкинули. Давайте вот так вот. Активируем ловушку. Потому что я 100% могу получить от нее по голове. Так, сюда мы... Так, аккуратно. Паучок. Гадкий-гадкий паучок. Так, запрыгиваем на веревочку. Тут у нас еще одна коробочка. Парашют. Не знаю. Ну, тихо. Тихо. Фу-фу-фу-фу. Брысь. Злобная змея. Так. Что тут у нас? А у нас тут ничего, собственно говоря. Чуть-чуть золотишко. Слышу мужичка. Если найдем, то его обязательно спасем. Ну или, по крайней мере, попытаемся спасти. Так. Ой-ой-ой. Убиваем. Так, снизу. Снизу вроде все спокойно. И побежали за мужиком. Оч. Правильно. Надо обязательно. Так. Мужик. Пошли со мной. Там много вкусного. Лучший день потерять, потом за час долететь. Помните такой мультик был? Вот так. Да что ты такой, а? Какая-то сноровка-то куда-то пропадает. У-ху-ху. Все, мужик, иди. Забираем обязательно камень. Бедноватый уровень. Нам на самом деле сейчас необходимо... Ага. Игра меня услышала. Как только я сказал бедноватый уровень, игра дала нам уровень, на котором мы можем собрать кучу золота, но при этом мы точно так же можем умереть. О, так вот сделали. Так, тут кто? Тут мышь. Мышь! О! Парашют! Так, по-моему, я там кого-то пропустил. Честно, я не помню, там что-то я что-то вверху точно пропустил. Так, что там вверху? А, в принципе, ничего страшного, там только факел. Хотя. Ой-ой-ой. Так, ну нет, тут мы были. Так, здесь все в порядке. Здесь все в порядке. Обязательно активируем ловушечку. Оч. Так, злобный. Паук. Так, вот этого забираем. О, пёсик. Так. Уничтожаем. О, что ж ты... Да что ж ты будешь делать, а? Так. Ня-ня-ня-ня-на. Бам! Абсолютно случайно убили паука. Абсолютно случайно. Так, ну, хорошо. Вот пёс, вот продавец. Так, давайте сначала... Сходим вот туда, посмотрим, что там у нас происходит. Деньжат немножечко насобирали. Это неплохо, я вам скажу. Так,
здесь вот у нас что? Песик. Так, бомбочки, бомбочки, бомбочки. Бомбочки возьмем. На самом деле мне нужно искать Учадай. Но я почему-то его не вижу. Есть, конечно, большая-большая вероятность, что я его пропустил вот там вот слева. Ну ладно, давайте подумаем, что я его не пропустил. Что он будет сейчас на третьем уровне. Так, у нас тут Кали. Так, мышь. Ич. Так вот, Кали. Кстати, как оказалось, очень классно давать Кали собаку. Две собаки, если отдадим, то получим хороший артефакт. Называется артефакт. Кстати, мужик, тебя же тоже можно пожертвовать. Да, хорош, а! Ну ладно, убьем чё мужика. Если пожертвовать двух псов, то можно получить такую вещь, как копала. Вот. Она, знаете, что делает? Она нам очень-очень... Я думал, попаду. Она нам очень сильно помогает. Знаете чем? Она нас лечит. Вот видите, вот эта вот кровь, разлетающаяся во все стороны, в то время, когда мы... Аккуратно. В то время, когда мы кого-нибудь убиваем. Так вот эта кровь, она позволяет нам накапливать заряд копалы и получать по одному сердечку каждый заряд. Отлично, мы нашли ключ, соответственно, у Чадай на этом уровне. Я был прав, его не было на уровне темном. Это хорошо. Вот где только сундук? А, сундук здесь. Сундук, мужик. Так, давайте вот здесь вот взорвем. Все, отлично. Так, по чуть-чуть собираем все. Хватаем ключ. Набегались мы с этим ключом уже, так что, слава богу, нам сегодня нужно его протащить только через один уровень. Не запрыгнул. Потерял 500 золота. Ну ладно, ничего страшного. Правда, денег у нас вообще нет. Не просто нет, а вообще нет денег. Фу, это прям ужас. Ну ладно, что делать. Бежали на следующий уровень. Да, нам нужно, получается, сейчас за вот этот уровень набрать минимум 10 тысяч. Минимум, это вообще самый минимум, который нам необходим. Ой-ой-ой, так, а там что-то... Слушайте, там хорошо. Давайте воспользуемся веревочкой, туда заберемся. Там, потому что сапфирчик... Ну, хотя тоже сапфирчик. За сапфирчика сейчас терять... Нет, не надо. Вообще нужно было воспользоваться бомбой. Потому что если сейчас я полезу вниз, то мне надо будет еще одну веревку. Оч! Запустим ловушку. Здесь у нас что? Так, мужик. Мужик, ты нам поможешь. Спасибо тебе, мужик. Мы не забудем никогда твоей доброты. Так, у нас там Кали, у нас там Идол. Идол, это хорошо. Сейчас главное, чтобы не было... Или наоборот, чтобы был у нас... Так, девушка перед самым выходом. Перед выходом также коробочка. Ой, слушайте, Вот это да. Ой, плохо, идола не утащим. Идола не... Так, паук. Паук, злоб, так. Злобный паук, ушел вон. Идола... Так, давайте сначала мы, знаете, что делаем? Мы убьем вот эту гадкую змею, которая нам жизнь одну сняла. Так, ну в принципе, идол... можем успеть попробовать протащить его. И скорее всего мы его даже протащим. Так, шинь. Ну все, потерял. Потерял. Так, значит... А давайте попробуем.
на скорость. А-ха-ха. Да ладно. Я что-то не подумал, что он так быстро придет. Ладно, глупость. Жадность меня погубила. Ну ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, так. Побежали. От компас. Компас на первом уровне. Это прекрасно. Это просто замечательно. Вот я еще хочу туда обязательно сходить. Так, песик. Песик, ты такой милый. Пойдем со мной. Быч. Песик, так, аккуратненько вот здесь вот упасть. Потому что я могу. Я могу упасть неаккуратно. Так, пес, ты сюда. Бомба сюда. Все. Thanks. Угу. Ой, по-моему, ну там пса немножко убили. Или не убили. Так, вот здесь вот обязательно нужно активировать ловушку. Сапфирчик. Сапфирчик ее активировал. Я не против. Так, мейк. Все, все, все. Так, еще одна мышь. Да что вы? Что вы будете делать? Ну, иди сюда, ладно, иди сюда, мышка. Умри. Так, 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 так. Я точно помню, здесь у нас коробки. Еще сверху коробка. Отлично. Только вот я до нее никак не доберусь. Ой-ой-ой. Две бомбы. Ну, в принципе... О! Тихо. Правильно. Зачем нам? Зачем нам? Бомбы, они как бы лишние в нашем инвентаре. Так, а что я там взорвал? А, вот веревки были. Хорошо? Веревки, это хорошо. Так, еще 1500. Не будем взрывать их, а вот сапфирчик обязательно соберем. Халява, сэр, это очень хорошо. Так, вот этот обязательно сапфирчик. Рубинчик не взялся. Так, убить. Ой-ой-ой, так, песик, пойдем со мной. Ну, вроде я даже туда доберусь. Тут. Так, что тут у нас? У-у-у! Пес, ты нам помогаешь. Так, ты вроде не выжил. Пес, пойдем. И куда ты? Слушайте. Плохо. Давайте пса отпустим вот здесь вот. Сами сходим за вот этой вот штучкой. Ой-ой-ой, слушайте, все плохо. Все очень-очень плохо. Потому что я не знаю, с какой стороны привидение, но отсюда все уходим. Уходим. Слишком мы задержались на первом уровне. Конечно, не дошли, к сожалению, до еще одной коробочки. Ну ладно, что поделать. Жизнь суровая, что... Вот, сапфир. Деньги. Так, паучок. Умирай, паучок, боровичок. Мужик, пойдем со мной. Мужик. Ти-ти-тинь. А мужик-то крашеный. У него, смотрите, у него волосы-то блондинистые, а сам-то он брюнет. Какой хороший магазин, а? Я бы все взял. 12, так, 8. Это в сумме у нас 16, и это 12, это... Ой, слушайте, это надо много денег. Ну, вот это обязательно. Это тоже обязательно. На остальное не хватает. Все, профукали все деньги. О, мужик. Давай мы тебя пожертвуем. Еще я получил зачем-то... Зачем-то вообще не знаю зачем. Получил очки, которые мне абсолютно не нужны. Но зато теперь я могу вот так вот делать. Это мне очень пригодится, потому что я абсолютно обожаю на что-нибудь падать. Так, так. Пеньк. На-на-най. Ох, охотнюшки. Где бы взять мне деньжат-то? Давайте вот так вот сделаем. Тыц. Бэнк. Сразу два камня себе откроем. В принципе, можно было вернуться в магазин. Еще там купить себе ботиночки. Ну ладно. Ботиночки это не сильно... Не основополагающая часть игры. Ич. Так, здесь у нас что? Здесь у нас подарок. Здесь у нас дробовик. Дробовик это, конечно, весело, но я с ним обращаться не умею. Как показала практика, когда мы его таскали, ничего хорошего из этого не выходило. Так, аккуратно.
Да как? Зачем я вообще покупал плащ? Все даже допрыгнуть не могу. А, что такое, а? Ну хорош, давай подпрыгни и взорвись там. А! Я еще и сагрил мужика, а? Все. Ой-ой-ой, как-то я забыл, что там у нас магазин. Что-то я совсем забыл. Так. Такое удачно-удачно начинавшееся прохождение закончилось ничем. Мы сагрили паука, сагрили продавцов. Как вы понимаете, из этого ничего хорошего не выходит. Так, зачем мне два паука? Ни одного паука хватает. Все. Кыш, 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 кыш. А вот тебя я заберу. Тебя я однозначно заберу. Только вот сейчас только проверю, что вот здесь вот. Золотишко, золотишко. Золотишко. Так, тут у нас что? На-на-на. Тут, по-моему, уже конец. Делать тут нечего. Да, по-моему, тут, да, действительно нечего делать. Поэтому аккуратненько. Так, слушайте, это прям опасно было. Так, не стоит делать. Эч! Дорогуша, пойдем со мной. Откроешь мне ящик. Так, скелет, скелет. Скелет. Так, внизу. Вроде, даже если упадет, ничего страшного. Эч. Пойдем. Так. Уи! Благо, она бесконечная, если вот так вот ее бросать. Ну, чисто для открывания, если бросать, то она довольно живучая. Вот если ее бросать... Ой, так, пошел вон. Тыц, тыц. Так, аккуратненько собрали. О, бомба. Бомба, это хорошо. Все, иди домой. А, ну скажи, бомба, ящик. А бомба нам понадобится. Бэньк. Бэньк. Веревки? Ну ладно, 10 веревок. Можно сказать, что я почти веревочный магнат. Можно банчить. Знаете, бартером бы так можно было? Так. Давайте вот подальше от всяких глупостей. Мы сделаем вот так вот. Так вот. Так вот убьем мышку. Вот так. А, кстати, да, оперением уже нельзя никого убить. Я вечно забываю об этом. Так. Подождем. Уч, умирай. Уч. Чуть-чуть золотишко. Так, сюда мы вернемся. Веревок у нас полным-полно. Так что потратим веревочку. Паучок. Слушайте, а интересно, убьет его? Нет, по-моему, не убьет его через эту. Поэтому попробуем его забить снизу. Потому что у нас мало бомб уже осталось. У нас веревок вот вообще полно. Чуть-чуть. А еще я слышу песика. Песик, 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 песик. Так, никуда не бежим, никуда не торопимся. Паучу! Почти что получил удар от паука. Так, почти что в этой игре не считается. Так, аккуратненько встали, бросили, красота. Бэнг. Отдай мне свою пасту и сапфиры. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Еще один синий камушек. Это хорошо. Синие камушки нам нужны. Потому что денежка нам обязательно нужна. Ну и золотишко нам тоже неплохо пригодится. Так, тут по-любому кто-нибудь встанет. Всех остальных убиваем. Так, здесь у нас ловушек нет. Тогда просто убьем его. Да почему? Я же не должен был упасть. Глупость какая. Да уж. Так, здесь продавец. И пса-то я не нашел. Ладно, где-то пропустил. Не полезем наверх, не полезем назад, ничего страшного. Слушайте, где я пса пропустил? Так, и у нас игра дает уровень. Страшный-страшный уровень с кучей-кучей пауков. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Я бы с удовольствием бы воспользовался бы каким-нибудь компасом бы. Компасом. Слушайте, а нам в любом случае надо все проверять. Потому что у нас нужно найти, нам нужно найти Учадай. У нас это основная задача сейчас, это поиски Учадая. Так,
паучки. Паучки-боровички. Уходить. О! Тихо. Тихо. Там просто паучье логово, нам вообще туда не надо. Здесь, по-моему, это не стоит того, ну ладно. Этих запрем. Вот, просто заберем сапфирчик. И все. Мужика даже кидать не будем. Потому что он там запутается, еще урон какой-нибудь получим. Не хочу. Не хочу. А здесь хочу. Я жадный, а. Я жадный. Да ладно, а. Да что я за глупости делаю? Вот. Так, аккуратно. Вот так вот. Мужик, пошли со мной. Ах, Кали, это, конечно, классно, но боюсь, я не выживу. Я реально не выживу, если я пойду к Кали и отдам ей... А! Я же должен был долететь. Фух, ладно, все. Все, крайняя попытка. Пауки, вот так вот. Я сейчас только что чуть-чуть опять себя не убил. Так. Что же? Ну как же так? Мы Ольмика убили. Мы ключ донесли, а до джунглей дойти не можем. Что за бред? Вообще. Как так? Я ничего не понимаю. Это, наверное, герой такой. Этот герой, потому что новый, еще не обкатанный. Вот что-то тут интересное. Умри. Так, что тут у нас? Тут какое-то прям безумство безумное. А пес, для пса, скорее всего, понадобятся веревки. Куча веревок. Куча просто веревок. Коробочка, я хочу проверить коробочку. Ладно, пойдемте посмотрим, что там внизу все-таки. Ой, чуть. Золото. Эч, мышь. Давай, лети сюда. Эйнк, умирай. Умирай, гнусная мышь. Рубин. Ой, не рубин, а алмаз. Или не алмаз. Еще одна коробочка. Так, здесь у нас... классно, конечно, коробки. Но это надо две бомбы будет, минимум. Фу-фу-фу-фу-фу. Две бомбы на одну коробку. А вдруг там джетпэк? Нет, вот здесь вот я применю. А-а-а! Вот это да. Вот это я сейчас сам чуть-чуть себя не подловил. И все уронили, прекрасно. Бомбы это хорошо. Бомбы это прекрасно. А вот пса. А, кстати, вот пса, вот мы сейчас вот мы через пса пройдем туда, к коробке. Хотя бы одну бомбу используем. Но никак не две. Потому что две это, по-моему, перебор. Да ладно. Что, игра, издеваешься надо мной? Сапфир на веревку. Ну, в принципе, нормальный обмен. Так, вот здесь вот у нас что? Еще один паук. Вот убили паука. Отправили пса. Тихо, отправили пса туда. Поставили вот здесь. Да что такое, а? И она еще здесь, да, придет по-любому. Все, забрали пса, ушли с псом. Так мы не узнали, что в этой коробке. Там по-любому был джетпэк. Ну или что-нибудь очень хорошее. Хотя что может быть лучше джетпэка? Кач. Аккуратно. Не пугай меня так. Ты прям вообще меня... Ай, забыл 500 золотишка. Наверху не заметил. Так, аккуратно. Вот этого вот. Убили спокойненько, тихо, мирно. Заполучили пасту, которая куда-то улетела. Веревки две тратить не будем. Да что ты будешь делать, а? Как ты вообще... Да. Как ты вообще развернулся, а? Нет, слушайте, нам, наверное, нужно играть девушками. Девушками у нас как-то лучше идет. Вот так, здесь у нас все уже активировалось. Я такой весь... В белом. Аккуратно.
Обязательно забросим сюда вот. Так, не так забросим. И не так даже забросим. Вот так вот. Ладно. В принципе, без разницы. Нам все равно ни сюда не надо. Так, аккуратно. Что ты будешь делать? Вот так вот сделаем. И там, по-моему, магазин был. Магазин. Ох, какой хороший магазин. Мужик, я, слушай, я бы тебя честно убил бы просто и все. Ладно. Заберем вот это. И заберем вот это. Так, пошел вон. Ох, я опять потратился. Это какой у нас все? Второй уровень. А денег-то уже совсем нет. Ну ладно. Будем надеяться, что мы найдем какой-нибудь супер-мега-идол. А лучше парочку. Так, все, оставить камень. Если он не хочет идти с нами, значит, так и надо. Потому что я уже точно помню. Я уже их боюсь. Я уже просто боюсь эти камни. Да, он ненароком возьмет, не по голове ударит. Так, ты тут убиваешь его, да? Эч, эч, вот так вот. Коробка, коробочка. Что ты нам припасла? Веревки. Неплохо. Так, так. Перчатки, конечно, это классная вещь. Но иногда они так сильно мешают. Вот, смотрите, у нас там Голди стоит прям, вот прям так, чтобы ее пожертвовать. Она прям, знаете, говорит: отдай меня, Кали. Ну, что поделать? Ну ладно. Желание женщины для нас закон. Так, умри. Мне по-хорошему обязательно надо было бы наверх, но почему-то я решил туда не идти. Не хочу. Хотя я бы запрыгнул. Я бы запрыгнул, у меня же есть супер перчатки. Скорее всего вот отсюда вот, да? Эч, я не попаду. Отсюда, отсюда попаду. Тинь-тинь-тинь. Вот, золотишко. Золотишко, это прекрасно. Так, мы точно помним, что у нас тут Кали. Тут у нас еще паучки. Всякие гадки-гадки. Да-да-да-да, я помню, что ты тут. Пошли. Пошли, пожертвуемся. Что? О, плащ! Плащ, плащ, плащ. Но я уже, если честно, боюсь. Плащ, перчатки, где-то это мы уже сегодня видели, да? Да-да, по-моему, в первом прохождении мы это уже видели сегодня. Плащ, перчатки. Так, вот это вот однозначно оно сработает. Поэтому мы воспользуемся камнем. Так, да что такое, а? Аккуратненько. Which? Потому что оно по-любому нам по голове стукнет. Стукнет очень больно. Так, мышка, мышка, мышка. Пошла вон. Все. Так, обязательно проверить. А вдруг рубин? Ну, ладно. 100 золота, так 100 золота. Все, уходим. Фух, вот только денег у нас совсем нет. Я не представляю, как набрать сейчас 50 тысяч, потому что нам игра даже не дала темного уровня. Да, спасибо тебе, игра, за то, что заботишься обо мне. Ну, в принципе, я думаю, мне он не сильно и пригодится, я и так помру где-нибудь по дороге. Так, пес. Пес, пес, пес. Так, что ты? А почему, кстати? Да что такое? Да, что творю, а? Пес. Так, ты уже все равно вниз спустишься сам. Ага, учадай. Вот он на этом уровне. Отлично. Также у нас здесь есть идол. Идол, идол, идол. Пес, 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 пес. Слушай, пес, а? Ты, конечно, клевый, но я даже... Так. Надо вот было сначала... О, ладно, там кто-то кого-то убило. Прекрасно, я не против. Вот только меня очень сильно пугает... Очень сильно пугает скорпион. Обязательно давайте вот этот взорвем все. Добежим сюда. Так, тут... Тут идол, 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 идол... Ладно. Ладно. Будем надеяться, что там нет никого. Хотя... Хотя зачем я это сделал? Я же не знаю, где ключ, не знаю, где учадай.
Все переломаю. По ходу дела, да. Вот это да. Да, я все сломал. Ключ есть, а вот сундук-то я... Да! Короче, в принципе, я и так все проиграл. Ну и паук, он мне четко дал понять, что сегодня вообще не наша игра, вообще не мой день. И этот герой вообще не наш. Будем играть девушками. Ну что ж, ребята, с вами был Дженниум, была игрушка Спеланки. Играйте в хорошие игры, пока.